Покупка российским миллиардером Михаилом Фридманом активов немецкой энергетической компании РВЕ стала предметом расследования в Германии. Правительство проверяет сделку на соответствие энергетическим интересам страны. В марте российская инвесткомпания LetterOne, созданная Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым на деньги от продажи доли в ТНК BP, договорилась о покупке за 5 миллиардов евро нефтегазовых активов РВЕ. РВЕ-Ди работает в 14 странах от Норвегии до Египта. Если Берлин остановит сделку, это станет самым серьезным вмешательством стран Запада в деловые отношения своих компаний с Россией после начала украинского кризиса и введения международных санкций против России.